Приветствую всех! Меня зовут Наталья, я специалист по недвижимости компании Axe Capital. Сегодня я хочу поговорить о покупке недвижимости с целью получения дохода от сдачи в аренду. Что и где покупать, чтобы получить максимальную эффективность, и как изменился рынок недвижимости Дубая за 2020 год. А он изменился, потому что большинство застройщиков увеличили сроки беспроцентной рассрочки. На сегодняшний день норма кредитования напрямую от застройщика от 3 до 7 лет, что позволяет инвестировать еще более активно. Если раньше вы хотели купить одну квартиру, покупайте две, если 5, покупайте 10, потому что сразу же после сдачи объекта в эксплуатацию они начинают приносить доход, а у вас есть еще несколько лет, чтобы рассчитаться с застройщиком, при этом не переплачивая проценты. Осталось только выбрать объекты, которые будут максимально востребованы. Для начала я выделю 5 базовых вещей, которые мы знаем об аренде, которые полностью справедливы и для Дубая. Квартиры сдаются проще, чем виллы. Квартиры с меньшим количеством комнат сдаются быстрее. Квартиры в престижных домах и эксклюзивных районах сдаются дороже и, как правило, приносят более высокий доход. Объекты, расположенные в районах, где один застройщик развивает инфраструктуру, пользуются большим спросом. С точки зрения организационных моментов, долгосрочная аренда проще, чем краткосрочная. Это общие правила, которые работают почти всегда. Но я хочу показать вам, в частности, 4 района Дубая, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас. Business Bay – один из самых популярных деловых районов Дубая. Он дешевле, чем соседний даунтаун, но идеально подходит для решения бюрократических вопросов. Поэтому сюда гарантированно направляются те, кто приехал в Дубай работать. Здесь они начинают свое обустройство в городе. Инвесторы покупают здесь квартиры в высотных домах, потому что здесь нет вилл и таунхаусов. Квартиры, которые сдаются посуточно или на короткий срок, пользуются большим спросом. Однако молодым и динамичным людям этот район нравится, и они остаются здесь надолго. Это шанс найти долгосрочного арендатора. Здесь можно приобрести квартиры отельного плана, полностью меблированные, которые приносят доход сразу после сдачи в аренду. А можно купить обыкновенную резидентскую квартиру, обустроить ее по собственному вкусу и потом сдавать. Мы рекомендуем покупать в Business Bay квартиры с одной и двумя спальнями для сдачи в краткосрочную аренду. Дубай Марина хорошо известен всем жителям города и тем, кто хоть однажды приезжал в Дубай отдыхать. Это космополитичный район Дубая, который выбирают те, кому важна хорошо развитая инфраструктура, близость пляжа и возможность динамичного общения в повседневной жизни. В этом районе практически нет вилл и таунхаусов, но зато есть квартиры на любой вкус. Туристы снимают их в краткосрочную аренду, а многие жители города выбирают этот район для постоянного проживания. Мы рекомендуем покупать в Дубай Марина студии или квартиры с одной или двумя спальнями для сдачи в краткосрочную аренду. Это отличная альтернатива отелям, которые здесь востребованы, но довольно дорогие. Для долгосрочной аренды подойдут квартиры любой площади. Дубай Хиллз – это самый зеленый район Дубая. Он для тех, кто хочет умиротворения и комфорта в городской среде. Здесь множество парковых зон, детских площадок и мест для спорта. Это безусловный выбор семейных людей и тех, кто решил обосноваться в Дубае надолго. В отличие от Business Bay и Дубай Марина, в этом оазисе огромный выбор вилл, таунхаусов и квартир в малоэтажных комплексах. Мы рекомендуем покупать в Дубай Хиллз таунхаусы или квартиры с одной или двумя спальнями в комплексах с развитой территорией и ориентироваться сразу на долгосрочные контракты. Это будет самый оптимальный выбор в этом районе. Jumeirah Village Circle – это активно развивающийся спальный район Дубая. Сегодня здесь высокий спрос на квартиры небольшого метража среди менеджеров среднего звена. Это люди, которые выбрали Дубай для постоянного места работы, но не готовы переплачивать за престиж. Здесь можно купить квартиру относительно недорого и легко ее сдать. Это отличный выбор для тех, кто обладает небольшим инвестиционным капиталом. Мы рекомендуем покупать в Jumeirah Village Circle квартиры с одной или двумя спальнями с целью найти долгосрочных арендаторов.
Безусловно, это только часть вариантов для успешного инвестирования. Я готова ответить на любые ваши вопросы по аренде. Пишите или звоните. Вы увидите наши контакты прямо сейчас.